По поводу игры, сыграли достойно того, что я ждал от команды. Наконец-то в третьем туре приехали практически все игроки. Пара игроков только там по причине семейных обстоятельств не приехала. Наш матч снимали. Сыграли, считаю, хорошую игру. Но чтобы победить в Интерлиге, надо прибавлять во всех позициях. По крайней мере, в защите нашей так точно. Это, конечно, наверное, плохо какого-то игрока выделять с команды, но сегодня первую игру сыграл за нашу команду Коля Криворучка, забил гол, думаю, достойно сыграл и, как обычно, сыграл на уровне своем Артур Белоконев. Считаю, эти игроки сегодня сделали результат для команды. Ну, в первую очередь, конечно, хочу поздравить нашу команду с победой. Ну, будем стараться добиваться высших результатов и лучшей игры. Все, спасибо большое. Поздравляю команду Лацио с победой. Считаю, заслуженно. Мы немного не доработали в защитной линии, в центре поля. Переиграли. Больше мощи было у соперника. Что-то совсем не получалось у нас держать мяч. Выносы, забросы. Мало было ударов по воротам. Не понравился судья, как-то в одну сторону показалось. Как в нашу за любое касание соперника позволяли играть. Считаю, вратарь у нас сегодня дебютировал, основного не было, нескольких не было игроков. Думаю, будем исправляться в следующем туре, соберется больше наших ребят и войдем в команду.